Сотни столичных автовладельцев пожаловались на проблемы с легализацией праворульных машин и машин-конструкторов. Владельцы этих авто собрались возле городского спеццона. По словам водителей, они пытаются легализовать свои машины, но постоянно получают отказ. И причину им, мол, никто толком не объясняет. В зоне везде отказы. Просто заявки все в отказ. Либо там по таможне не проходит, либо она стоит в другой стране на учете. Там тоже очень много всяких подземных камней, как говорится. Ну, 4 на 4 приходит тебе уже отказ. Там даже не надо 15 минут ждать. Вот сразу только все забил, заходишь в личный кабинет, тебе уже отказ. Там даже нету никакого там рассмотрения или еще чего-то. Главная проблема легализации – это снятие машины с иностранного учета, жалуются владельцы. Не каждый имеет возможность ехать в другую страну. Поэтому водители просят дать им возможность сделать это дистанционно. Полицейские говорят, такой возможности нет, но проблему с праворульками и конструкторами обещали решить. Правительство максимально принимает меры для того, чтобы решить вопрос. Но данные вопросы, вы понимаете, что каждый вопрос с каждой стороной, он двухсторонний. То есть наши желания, там где-то принимаются, где-то не принимаются. Но это правительственный вопрос. Конструкторам я же говорю, что где-то месяц-полтора необходимо будет на изменение законодательства. Это недолго, это просто надо со всеми утвердить.